Друзья, всем привет! У нас сегодня пятый завершающий день, заключительный день нашей рыбалки. Погода кардинально поменялась. Я еще вчера сидел вот здесь, вот сидел, кайфовал, пил чай, кофе и читал книжку. Было тепло, солнышко светило, а сегодня прям такой минус-минус прям дал. Еще и ветер, пошел снег. Вчера ночью была гроза. Прошлое видео, посмотрите, да. Прям. Ну, кстати, я даже не знаю, поснимал я в итоге как бы или нет, но прям, да, вечером была гроза. Первый гром. Для справки, это еще начало апреля только. Прям первые числа. Был гром, гроза, ливень. А сегодня, посмотрите, все. А сегодня опять зима вернулась. Прям резко. Ладно, сейчас мы немножко в избе прибрались, уже подготовились. Сейчас едем жерлицу снимаем, собираемся. И будем как бы пытаться выбраться отсюда. Я думаю, что получится. Пойдем по реке все равно. В болото не пойдем. В болоте, вот. Дедушка рассказал, что там еще хуже. Что там можно прям встрять. Вы тоже ходите рекой? Я бы к вам подъехал спросить, думаю. Да вот, я не знаю. Думаю, что рекой. Рекой? Что, нет? И там болото, мы ехали там, так воды были. Болотом, то все размыло. Это воскресенье, а сейчас уже вообще. Поздравствуй. Там было-то хоть местами такие ляги, знаешь. То я один раз, мы на двух буранах, как я один болсок дуем, так второй выволок. Дуем, я хоть тряпка. Ну, лыжа-то выскочила, а жопа-то вниз, так, бля. Денег, багажник, помню, я люблю, блин. Да-да-да. Пришлось там весь инструмент сушить. Поэтому поедем по реке. Поедем по реке. Осторожненько. Пишню с собой возьму. Будем в таких интересных и опасных местах как бы щупать дорогу, чтобы не попасть. Ну а так, нам, наверное, даже повезло тем, что вот сейчас подморозило. Потому что прям все корочка схватывает, снегоходу будет легче идти. И шансы выйти намного выше. Ладно, поехали, сейчас посмотрим жерлицы. Мне кажется, там еще рыбки будет много. Много. Поснимаем еще рыбку. Смотри, вообще писец. Все, корка какая. И это же все под задницей растает потом. Опять напрямую. Все, конечно. Вася, а что не хочет?
Нифига себе. Вот так, доехали. Пока сработок не вижу. Там у избы, наверное, пара. Ну, одна, по-моему, так точно есть, а вот здесь пока не видать ничего. Весь ряд пустой. Короче, сейчас снимаемся, идем потихонечку. Ветер вообще жескач. И сегодня прям все замерзло. Вчера ливень, солнышко, а сегодня зима. Прям настоящая зима вернулась. Ну ладно, вообще потихонечку выдвигаемся, начинаем снимать. Какая такая, может быть, конечно, есть шанс такой, что чисто флажки примерзли и поэтому не сработало. Но посмотрим. Посмотрим, сейчас пройдемся, все увидим. Есть рюк или нет. Все печально. Вот, а вот то, что все подмерзло, это нам прям на руку. Шанс выбраться живыми и здоровыми такие, с озера по реке прям повышаются сразу. Видите, здесь вот вчера устанавливал, а сегодня он все прихватил, вот такая горка. Хожу спокойно. Первая крайняя. Ничего нет. Идем, снимаем. Намочил ночью, получается, мороз прихватил и все замерзло. Блин, все, и живец он махом обмерз, посмотрите, сосулька сразу, вот только достал его, ну. И все, ему уже конец. Работки есть, работочка. Давай пробуй. Замерзло? Ну как? Нет. Нету? Живец идет. Есть? Живец. А, живец. Ладно, вот там еще вот как минимум две сработки вон еще есть. Вон еще и вон там вот одна следующая. Так что проверим, посмотрим. Ветер он фигачит. Так сделаю, под ветер встану. Есть, да? Да. Вот судачок. И нормальный, наконец-то, а. Нормальный толстячок. Вот такой вот. Сереж, смотри какой. А? Так вот его и ждал. Во, ребята. Двушечек такой. Смотри, как колобок. Вот-вот. Это не в этот. О! А не как эти пиявочки, да, до этого были все? А? А тут вот теперь четкие, да? Класс. Красота. Вот он. Смотрите, какой компанчик. Взял все-таки. Под грозу взял, да. Все, встаем. Ладно, там еще одна сработочка есть, так сейчас посмотрим. Сработка, да. Так и надо. Смотри, как жилится, в каком состоянии. Ага. Слезка, смотри. Все, вообще писец. Эти даже вот. Еле-еле он крутится. Попробуем еще. Что-то есть, да, но небольшой. Полетел. Полетело. Шурогайка такая. Шурогайка. Сейчас. О, кстати, нормально. Нормально. Только давай сейчас даже так вот пальцем сейчас сможем нацепить. Хоп и не хоп, да? Хоп и не хоп. Не, ладно. Пошли за этим. Давай, давай.
Ветер прям сносит. Сносит, сдувает. Блин. Ящик замерз, все замерзло, все обледенело. Достал? Молодец, красавчик. Все, убежала. Ага. Все, в общем, здесь сняли. Остальные все пустые сработки. Получается, один судак хороший. Черенок этот упущенный. И все. Больше ничего не надо. По остальному по сработочкам глухо. Блин, холодно вообще, конечно. Ветер такой промозглый. Зато лед встал. О, четко. Сейчас самое то, конечно, по озеру кататься. Если бы не было так холодно, да? Да. Замерз, Андрюша? Нормально еще. Вот. А я так сейчас все, теплые штаны. Будем выезжать, буду одевать теплые штаны. В эти холодно. Сдувается все. Вот такая вот она рыбалка. И потащила, потащила. Ну вон там еще у нас одна есть размотка. И одну, походу, желюдь у нас все-таки разъехали вчера. Подавили, да. Вчера катались. Кто-то подавил. Ну, я знаю кто. Озвучивать не будем. Но я знаю кто. Так. Да не, кстати, не разъехали, зря наговариваю на людей. Андрюша, это размотка! Ножом купала, размотана. Попробуем. О, все замерзло, блин. Там еще один флажок горит. Вон он. Его проверим. А тут вот такая вот фигня. Такая ерунда. Собираем. Так. Вот наш лов. Я считаю, неплохо. Получилось нормально, набахали, да? Попадет. Пойдет. Конечно, еще третий ящичек уже был подготовлен. Блин, как уношки теперь, а? Все хорошо, только не достать их сейчас. Ну вот наш улов. Вот два ящика набили. Чуть-чуть не хватило до третьего. Кстати, вот еще судака запихать и можно сказать три. Сейчас немножко отойдет, как бы. И распакуем по пакетам, по мешкам. Чтобы привезти все это, завести. Все. Собираемся потихонечку. Сейчас уже красоту навели, порядок сделали. Так, это убираем.
Всегда грустно, когда собираешься, уезжаешь. Ничего нет. Все. Вот потихонечку вот так вот. Все собрано, прибрано. Дырку погрузили. Водичку сейчас заберу. И вот так все оставляю. Этот не повезу. Кусок плачной лапки. Вот весь обмерз. Такая ледышка, лишний вес. Так, доедем без него. Сейчас сани зачехлим. Закроем. Ну что, Андрюш, блин, офигеть опять, а. Оказалось бы, да? То все подъели уже, как бы, все, нечего вести. А вон такая фигня еще. Ай-яй-яй-яй. Блин, не люблю вот этот крайний день, день отъезда. День приезда еще куда ни шло, да? То есть ты так весь в предвкушении, в движении, у тебя все впереди. А день отъезда такой грустный. Да, Андрюш? Это есть такое дело. Ладно, вроде так скреплись получается, да? Ну, вроде да, как будто. Все, сейчас. Столик надо убрать только, Сережа. Да, заносим столик, перекур. Все, добрались до нижней. У нас осталось... Нет, поближе даже сюда. Иначе мы ее столкнем. Вот. Осталось одно препятствие только вот махануть перед берегом. Ну, я думаю, сейчас попробуем разогнаться и прям четко выйти сюда. Да? По доске, по этой. Вот так вот. Все, течение уже вон. Тут как обычно, в общем. На этих на перекатах, на камнях. Повскрывалась уже, конечно, река. Но вот хорошо, вот буранка вот за зиму набита такой. Такой вот. Блин, ладно, сейчас попробуем потихонечку выехать. Потихонечку. Блин. Вообще четко, даже не булькнулся ни разочку, проскочили, все норм. Сейчас добираемся, поехали до машины. Выехали, Андрюша. Все, и машин нет никого. Мы с тобой последний выбираемся. Последняя, посмотри. Вообще никого, да. Да, нет. Есть еще какой-то
Давай, а нет, вон еще, в принципе, машина стоит, да, тоже он с прицепом той. Кто-то из мужиков еще остался там. Все. Да. Речка дырявенькая. Речка дырявенькая, да. В общем, самое главное. Мы добрались, да, река вскрывается, и мы, похоже, последние. И это прям все, закрытие сезона. У тебя тоже, Андрюш, все? Нет, я еще попадаюсь. Ты еще у себя подвигаешься, да? Максимум, потому что тоже погода, вот она, ливни какие-то супруги писала, так что... Да? Я уже горький опытом, ну, как бы, не стоит никакой рыбы, никаких... Ни одна рыба того не стоит, да. Так что, ребят, вы так не делайте, ну, лучше нормально закрывайтесь. Все, в общем, мы закрылись. Я так точно, как бы, все. Сейчас нормально грузимся. Грузимся и двигаемся. Двигаемся потихонечку домой. Фух, хорошо. Да. Доехали. Я переживал, честно говоря. Доедем, не доедем, но все. Ладно, на этом заканчиваю, короче. Всем пока. Там колокольчики, бубенчики, все как полагается. Не забудьте поставить эти лайки, написать комментарий, потому что иначе YouTube не видит. Все, и камера заглючила. Видишь, все, конец.